Дачные воры оказались серийными. Четверых приезжих из ближнего зарубежья задержали с поличным еще в феврале. Разные инструменты, которые нашли в багажнике их машины, оказались украдены с дачного участка 50-летнего петербуржца. Тот сообщил, неизвестные отжали входную дверь его загородного дома в Гатчинском районе и утащили имущество на 52 тысячи рублей. Два хороших миксера. Раз и два. Еще в машине нашли ножи и маску-балаклаву. Нечистый на руку квартет отправили в камеру следственного изолятора. Стали выяснять, кого еще дачные воры могли навестить без приглашения. И в итоге установили, что 18 человек лишились имущества. Не только в Гатчинском, но еще в Приозерском, Лужском, Кировском и Выборгском районах Ленинградской области. Общая сумма ущерба около 600 тысяч рублей. По всем эпизодам возбудили уголовные дела. Статья «Кража».